Так довольно часто нашего капского варана необходимо подкармливать витаминами. В качестве витаминов у нас имеется вот такой вот флакончик мультивитаминов для рептилий и амфибий Food Farm в порошковом виде. Но их я даю только раз в неделю. Что наиболее часто придется давать, именно из-за того, что основной рацион капского варана составляют насекомые, это вот такую вот кормовую добавку в виде порошкового кальция, поскольку наш капский варанчик, его скелет не может расти без подобных добавок кальция. И в качестве сегодняшнего завтрака для него у нас деликатес. Вот он внимательно наблюдает за тем, где происходит основное шевеление. А у нас здесь небольшой кусочек вареной курочки. Ему это можно. Отварное мясо, оно всегда наиболее диетическое. Хуже было бы, если бы оно было жирное. Поэтому в кусочке мы минимизируем количество жира. Сейчас мы немного покунаем кусочек курочки в кальции. Немного неудачно вышло. Но, как видим, курочку он очень любит. Прямо очень. Уже не первый раз кормлю его курочкой за его жизнь. Немного неудачно вышло с кальцием. Но сейчас он скушает все сам. Эй, куда убегаешь? Не может заглотить только потому, что взял поперек волокна. На сей раз немножко неудачно с курочкой вышло. Это маленький кусочек, он вряд ли съест. Немного смочим нашу курочку в водичке,
чтобы придать немного более свежий вид. И заодно, чтобы побольше кальция налипло на кусочек. И дадим нашему варанчику. Все, что просыпали мимо, я уберу буквально через несколько минут. И, думаю, последний на сегодня кусочек. Мы его также смочим немножко в водичке. А затем слегка добавим кальция. Давай, давай, хватай лучше. Это очень сытный калорийный завтрак, поэтому, думаю, на сегодня ему даже хватит. А сам я займусь уборкой этого бардака после кальция. Стэн, соответственно, пойдет спать почти сразу, чтобы переварить такой сытный завтрак.